Юрий Павлович, с победой, с окончанием сбора. Каков итог? Ну, самое главное, все-таки сегодня напряженный матч был. И то, что нет травм. Надеемся, что в ближайшее время к команде присоединится в общей группе Денисов, Игнатьев. Матч был достаточно хороший, что самое важное для меня, немножко, может, и удивительно, то, что второй тайм игроки смогли прибавить в физическом плане. Мне, например, казалось, что наоборот, второй тайм не хватит, потому что очень разнородная подготовка. Но те игроки, которые немного времени проявили, они на сегодняшний день нормальная ситуация. У нас еще есть неделя. За эту неделю стараемся еще кондиции лучшие, чтобы были у Манов, у братьев, у Рыбуса, те, которые очень мало занимались. Насколько важно было именно победой завершить сбор? Ну, как сама победа, она всегда важнее для психологии, для настроения. Сейчас пришли все в раздевалки, улыбаются, настроение лучше, домой едут. Это естественно, но значения особенного она не имеет. Может быть, периодически на сборах лучше проиграть, так как мы проиграли Витесу. Было о чем говорить, было критиковать за что. И игроки правильно восприняли все это. Вы говорили, что кого-то из молодых, возможно, увидим уже в заявке основы в начале сезона. Сейчас понимаете, кого именно можем мы увидеть? Ну, у нас так и будет в заявке. У нас будет в заявке Миронов, у нас будет в заявке Тугарев. Ну и посмотрим Лапшова. Лапшов заболел. Но эти два игрока, они будут с нами заниматься, они с нами будут работать. И надеюсь, что в ближайшее время они приложат максимум усилий для того, чтобы войти в группу игроков, которые попадают в заявку. А дальше посмотрим, надо поэтапно двигаться. Сегодня они хорошо себя проявили, но и не только они.